И у меня просьба, давайте наши вебинары как-то вот расширять по присутствию, потому что чем больше участников вебинара, понимаете, тем более мощно будут работать эти лучи. Они очень завязаны на сознание людей, сознание человека. Есть коллективное сознание, а есть индивидуальное сознание. И если мы работаем небольшой группой, это один эффект. А если у нас группы, понимаете, участников сотни, тысячи или миллионы, то что мы здесь будем делать, немедленно будет отзываться в каждом человеке восстановительными реакциями. Это очень важно. То есть наше число напрямую связано с нашим здоровьем. Если вот вы занимаетесь сегодня, завтра, как-то индивидуально, это одно. А если вы еще кого-то включили в нашу сеть, и эти люди тоже стали участниками вебинара, то на каждом вебинаре столько будет исцелений. Вы даже представить сейчас не можете. Каждый человек, каждое сознание человека, которое отвибрирует на эти знания, усиливает их многократно. То есть луч, то, что за ним прописано, он будет моментально делать. Но для этого нужно много-много сознания. Это наша коллективная работа. А потом можно будет работать и с планетой, и с Землей, и с экологией, и с миром, который нужен на всей Земле, не в плане, так сказать, пространства и территории мира, а в плане состояния нашей планеты.